Привет! Вы на канале Анастасии Кальченко «Сделаем сами своими руками». Новогодние праздники продолжаются, и сегодня я покажу, как я делала вот такого Деда Морозика. Для этого мне понадобится 9 черных модулей, 1 желтый, 10 бежевых, 47 красных и 45 белых. Итак, первый ряд. Первый ряд состоит из 10 красных модулей. Второй ряд тоже у нас из 10 красных модулей. Скрепляем их так же, как обычно, острым носиком на себя. Первые два ряда по 10 красных модулей. Сразу можно добавить третий ряд. Один желтенький, все остальные черные модули. Третий ряд будет состоять из 9 черных модулей и 1 желтого. Смыкаем поделочку в круг. И выворачиваем немножко. Так, повторю. Два первых ряда по 10 красных модулей. Третий ряд. 9 черных, 1 желтый. Четвертый ряд. Два белых модуля надеваем по краям от желтого. Вот таким образом. Два. Остальные 8 модулей красные. Стараемся выворачивать поделку аккуратно. Так. Пятый ряд. Три белых модуля. Семь красных. Шестой ряд. 10 белых модулей короткой стороной на себя. Вот таким образом, по кругу. Седьмой ряд. 1 бежевый модуль надеваем как раз вот сюда, где желтенький. Вот сюда посередине этих двух белых модулей. Вот таким образом. Длинной стороной. И 2
по краям бежевых короткой стороной. Один бежевый у нас надет длинной стороной, два по краям короткой стороной. Остальные 7 модулей, все беленькие, надеваем длинной стороной. Восьмой ряд. 4 бежевых модуля надеваем короткой стороной на себя. Все остальные модули, 6 модулей белых, длинной стороной. Девятый ряд. 3 бежевых модуля одеваем короткой стороной. Остальные 7 модулей белые длинной стороной на себя. Следующий ряд, 10, все белые модули длинной стороной на себя. И последний, 11 ряд, 10 красных модулей, тоже, как обычно, длинным носиком на себя. Это его шапочка Деда Мороза. Сейчас будем делать ручки. Для ручек Деду Морозу нам понадобится 2 модуля. 16-я часть от листика А4 и красных 2 модуля. И 2 черных модуля, 32-я часть от листика А4. Надеваем черный модуль на красный. Вот таким образом. И вставляем в поделку.
Теперь нужно нарисовать глазки и сюда приклеить. И вообще как-нибудь его украсить на ваше усмотрение. Вот такой Дед Мороз у меня получился. Я ему нарисовала глазки. Вы можете нарисовать, может, другие глазки, как вам нравится. Украсила его немножко. Сделала такую композицию с елочкой, мешок приклеила, подарочки. Видео с елочкой вы можете посмотреть у меня на канале. Ну все, до новых встреч, с Новым годом вас, всем здоровья, финансового благополучия, всего самого наилучшего. Всем пока!